Предложения от участников проекта «Твой бюджет» направлены в профильные комитеты, идеи, на реализацию которых будут отданы 10 миллионов народных рублей, будут известны уже через 2 недели. В начале декабря эксперты городских комитетов и районных администраций вынесут вердикт, какие проекты могут быть реализованы, а какие потребуют доработки и на что вообще не стоит тратить времени и денег. После этого пройдет окончательная презентация наиболее успешных идей, а затем голосование членов комиссии. Проект победитель назовут 19 декабря. Впрочем, его быстрой реализации ждать не стоит. Чтобы приступить к работе, потребуется не меньше года. Проекты, связанные, по крайней мере, со строительством, да, чего-то, или ремонтом, или благоустройством, они могут начать реализовываться только в конце 2017 года. Напомним, пилотными площадками проекта «Твой бюджет» стали Василеостровские центральные районы. Каждому выделили по 10 миллионов рублей. На что потратить эти деньги сейчас и решают жители. Большинство предложений по благоустройству, развитию транспортной инфраструктуры и озеленению. Самые масштабные проекты по Василеостровскому району – это обустройство дома ночного пребывания для людей без определенного места жительства, а также организация на острове скейт-парка для любителей экстремальных видов спорта.